Это опасная территория. Пожалуйста, освободите ее ради собственной безопасности. Допуск подтвержден. Следуйте за мной для получения инструкций касательно вашей эвакуации, товарищ. Эвакуации находится в этом терминале. А вот и мое солнышко снова заглянуло. Через пару часов будет готово. Заходи попозже. Эй, не проходи мимо, солнышко. Отлично, солнышко. Зельеце сварено и по бутылочкам разлито. Вот твоя доля и крышки, угощайся. А тебе все мало, да? После каждой партии аппарат должен несколько дней постоять, проветриться. Заходи попозже. Заходи, не стесняйся. Держись подальше. Ты что делаешь в моем доме? Ты в поместье Блэкхоллов. Это не туристская достопримечательность, но я ценю твой хороший вкус. Заходи, поговорим. Что ж, отлично. Люди должны уметь находить общий язык, особенно в наши времена. Цивилизованная беседа – величайшее из утраченных искусств, не так ли? Приятно, что ты так думаешь.
Способность диалогу — это одна из добродетелей, которая отличает нас от таких идиотов, как болотные дикари. Кстати, о болотных дикарях. Они, стоит заметить, сбежали отсюда с книгой, драгоценной семейной реликвией. Скажи мне, друг, а не поможешь ли ты ее вернуть? Хорошо. Дураки, которые ее украли, верят, что она волшебная. Так что ее, вероятно, хорошо охраняют. В восточной части променада в подвале разрушенного дома есть языческое капище. Думаю, она там. Верни ее мне, и получишь награду. Не глупи. Я рассчитываю, что ты вернешь мне книгу. Я думал, ты справишься быстрее. Отправляйся на капище в восточной части променада и готовься к драке. Не думаю, что в твоем любопытстве есть большой порог. Что ты хочешь узнать? Ему сотни лет, но оно все еще крепко держится. Перед тобой отличный образец викторианской архитектуры. Полагаю, с таким же успехом это место могло быть названо в нашу честь. Мы стали Блэкхоллами, когда приехали на эти берега за много поколений до Большой войны. Мы стараемся не забывать о своей истории, особенно в эти темные времена. Что еще ты хочешь обсудить? Смотри, не попади под пулю. Постой, скажи мне, Авди послал тебя за книгой? Пойми, ты не знаешь, зачем тебя послали. Эта книга Кривбекне — создание зла. Да, Кривбекне, с этой книгой связана долгая, страшная история рода Блэкхолл. Они давно потеряли ее. Однако книга снова попала в Point Lookout, и Авди ищет способ получить ее назад. Денег я пообещать не могу, зато у меня есть медицинские припасы. Прошу тебя, помоги мне совершить благое дело. Авди ничем не лучше язычников, у которых он попросил тебя украсть книгу. Он уверен, что с ее помощью сможет получить над ними власть, и Бог знает, что еще. Но эту проклятую вещь можно уничтожить. Этого я и хочу. О большем я не прошу. Я буду в палатке на побережье к югу от Блэкхолла. Да благословит тебя Господь, дитя мое.
книга. Тебе удалось ее найти. Быстрее давай сюда. Да, да, конечно. Вот тебе за труды. А теперь отдай ее мне. Тебе тут не место. Вон из моего дома. Между нами нет ничего общего. Настолько, что ты никогда этого не поймешь. Убирайся, и чтобы ноги твоей здесь не было. Я спала, когда они напали. Я не думаю, что выживу. Молю об одном, чтобы книга не попала в руки Авдия. Отныне это твоя миссия. Есть способ наверняка уничтожить Кривбекни. Но тебе нужно отправиться в паломничество далеко на север от Пойнт Лукаута, в столичную пустошь. Ищи место под названием Данвич. Там стоит обелиск, чудовищное строение. Он поглотит книгу, достаточно лишь приложить ее к поверхности. Да благословит тебя Господь, дитя мое. Поспеши в Данвич. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше в слове и в деле. В ведении и неведении, во дни и в ночи, в уме и помышлении.
База на горизонте вспышки, прием! База! Борт 350 запрашивает посадку. Видимость на нуле, состояние аварийное. Кто-нибудь, дайте разрешение на посадку. Положение критическое. Не вижу ориентиров на маяке. Говорит борт 350, я ни черта не вижу. Начинаю аварийную посадку на воду. Иду по приборам. Поднять закрылки. Спуск на 8 градусов, конец связи. 5 градусов над границей леса. Малым ходом на 4 маяка. К торможению! Книга. Ты же не собираешься отдавать ее Марселле? Это женщина, и пары крышек тебе не наскребет. Отдай книгу мне, и получишь награду. Не скажу, что это я, однако у тебя все больше поводов отдать книгу мне. А, снова ты. Ой, спасибо тебе огромное. А теперь, раз у нее появился корабль, на котором она возит грузы, что ж, я могу тебе даже заплатить. Спасибо тебе огромное. Большое спасибо за помощь. Не нравится мне это место. Запах какой-то странный. От него мурашки по коже. Не хочу стрелять по воронам, пока я не пойму, что там. Стоит пробраться туда вечером. Рейдеры рассказывали множество байк про зомби в заброшенных домах. Никогда не видел ничего подобного раньше. Но храни меня, Господь, они настоящие. Не совсем то, о чем говорил Тор, но очень похоже. Они, мне кажется, они когда-то были людьми. Господь, сегодня я нашел отца. Я не думал, что это он, но его лицо. Зомби не тронули его. Кажется, он становился одним из них. Это мог быть только он, раз уж рядом нашлась та старая книга. Хватит смертей. Мне нужно уходить и не забыть книгу. Это все, что у меня от него осталось. Тут... у камня тепло. Надо бы самую малость отдохнуть.
Острый нож. Острый нож пошлет его в глубокий храм. Снимайте кожу и повторяйте за мной. Абдулла приходит снова, и слабые станут пищей для него. Так устроим же пир во имя глубокого храма. Возродился здесь и сейчас. Алхазарет! Гьет! Гьет! Thank you.
Погоди, да ты не из них. Я тебя чуть не пристрелил. Давай сюда, пока они тебя не заметили. Так какого черта тебе тут нужно? Это здорово, но у меня сейчас есть дела поважнее, чем работать почтальоном. Дерьмо вот-вот перельется через край, и я вряд ли смогу их остановить. Ну, сначала они вели себя как обычные хулиганы. Ну, знаешь, ломали вещи, шумели и орали, но всегда держались на расстоянии. Но в последний раз они слишком далеко зашли. Они убили всех наших браминов. Понятно же, здесь мы без них не выживем. Сейчас. Вот пойду и один их всех вынесу. У тебя что, не все дома? Как только они заваливаются в город, я запираюсь дома, как все. Нам действительно очень нужна помощь. По мне что? Можно сказать, что я только что из Тенпенни Тауэр? У меня на горшок ночной едва хватает. Я не хочу спускать глаз с этого места. Никто не знает, когда вернется семья. Можешь помочь мне? Проверить дома других людей. Ну, знаешь, проверь, что с ними все нормально. Поговори с Дэвисом Вестом, Карен Скензи и Кеном Юэрсом. Я не могу это взять. Иди и отнеси это Вестом. Кажется, они живут то ли на востоке, то ли на северо-востоке отсюда. Беда в том, что они всегда путешествуют ночью. Так что точно не знаю, куда они уходят. Они могут прятаться где угодно. Например, в нычке Гамильтона, в старом кинотеатре «Лунный луч» или на станции метро «Норт-Вест-Сенека». Но поосторожнее! У меня палец на курке дрожит! Ау! Это почтальон? Ах, я так надеюсь, что пришел, наконец, мой осенний каталог. О, боже! Жду не дождусь, когда наконец смогу увидеть новую моду. Пожалуйста, заходи. Сейчас я тебе открою. Брось оружие. Что ты тут делаешь, черт возьми? А ну, вали отсюда лесом! Вы в порядке, ребята? Я выбралась из ящика и почти сбежала. Но тут вы попали в передрягу. Может, это потому, что моя жена рехнулась? А, нет. Постой. Я думаю, это потому, что какие-то психи пытаются нас убить. Больше никаких причин. У нас все отлично. Просто превосходно. Обожаю торчать у себя дома и ковырять в заднице. Скажи мистеру Кингу, что если сидеть тут целый день, безопаснее не станет. Нужно что-то делать. Ладно, выметайся. Тебя наверняка совсем вымотала ходьба по этой ужасной жаре. Да и голод дает себя знать. Присаживайся. Меня зовут Брейли Юэрс. Не обращай внимания на моего мужа Кеннета. Он нынче утром встал не с той ноги. О, он такая лапочка. Надо не забыть сварить ему еще варенье. Он так его любит. Пока. Возвращайся поскорее. Да? Кто это? Я вас, психов, сюда ни за какие коврижки не впущу. Да? Кто это? В самом деле? Давно пора ему было хоть что-нибудь сделать. Заходи, я тебе открою. Всегда приятно видеть новые лица. Много воды утекло. Я Карен Скензи. Перепугались до смерти.
Конечно, хорошо, что он проверяет, как у нас дела. Но пока кто-нибудь не покончит с проблемой в зародыше, мы можем тут всю жизнь просидеть. Мы напуганы до смерти. Эван Кинг настолько всех запугал семьей, что мы боимся и нос высунуть наружу. Этот мерзавец тут всем заправляет. Но разве он пытается решить проблему? Нет. Он бесхребетный слизняк. Он ничего лучше для семьи не может предложить, как сидеть по домам и носа не казать наружу. И что это означает? Это означает, что они могут нами помыкать. Как им заблагорассудится? Мне это надоело, и меня тошнит от Кинга. Они тут только хулиганят. Сначала издеваются, чтобы мы открыли двери, а потом забрасывают бутылками наши дома и орут на нас. Это их последнее нападение. Да знай я, что Кинг меня прикроет, я бы прямо сейчас вышла и показала им, где мутанты зимуют. Конечно, уходи, как и все остальные. Ну что, они все в порядке? Что они тебе сказали? Они все в порядке? Семья, наверное, добралась до них во время последней атаки. Сукины дети. Проклятие! Было бы у нас больше людей, мы бы выстояли. Не могу смотреть, как они держат в страхе этот город. Постой-ка. В жилище Вестов тебе не попадалось тело их сына Иэна? Должно быть, это работа семьи. Я застукал этого их чокнутого вождя, когда он болтал с Иэном у реки. Слушай, я знаю, что многого прошу, но парня надо найти. Он не заслужил попасть в такую передрягу. Ну, вообще-то да. Депо Мирешти почти точно на востоке отсюда. Что? Так семья — это банда людоедов? Вот только этого не хватало. Что же мне теперь делать? Если они считают нас пищей, то будут возвращаться, пока всех не съедят. Раньше здесь было больше семей, но многие разобрали свои лачуги и перебрались туда, где трава зеленее. А те, кто остались здесь, не высовываются из дому из-за семьи. Спасибо, малыш. Ты то, что надо. Когда увижу семью в следующий раз, у меня к ним будет нехилый счетец.